не хотели отдавать нам. Где вот эта москвичонка, блядь? А? Сейчас, блядь, пизданёт. Точно, да. Сказала нахуй. Радовался очень жирный мальчик, когда мама купила ему очки, потому что прозвище...
Ох, вы дебилы, блядь. Вот вы долбоёбы, блядь. Блядь. 646. Алло, Ниссан. И он вот это задел девушку. Бампер оторвал. Откройте, я... Пипец вообще. Хер. Мы вам тоже предлагаем работу. А? Мы вам тоже предлагаем работу, Юрий. Хотя бы пока в качестве консультанта. Я знаю, что Казань от... Ага. Я себе, блядь. Вот это вы придурки, блядь.
Зашибись. Ух, ничего себе. Я саданул и решил соскочить. Развернуться? Нет, убежать решил. Сотворил аварию. И убежать? Да. А за ним встал? Ну почти. Вот какие. Он его опередил, что ли? Ёб твою мать, ты дурак что ли? Блять! Да машина улетела в кювет, ёпта. Чё, сейчас передо мной. Сейчас, подожди. Давай, давай, объезжай. Человек жив, нет. Помочь может надо, ё-моё. А если это светит, пойдёшь, хана. Зачем? Люди, которые играют в политику, называют себя писателями.
Безработных. Гуманитарно-политических исследований. Сейчас в Москве находится спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он встречается в эти минуты со своим... Вау! Тормози! Тормози! Нана, уёб, ни хрена себе. Ой-ой-ой-ой-ой.
Так, успокойся, успокойся. Ты что, сука? Ты что, сука? Где ты, сука, пешеход? Ты что, блядь? Какая красота! Чудо-чудная дива.
купила ему очки, потому что прозвище... Нана, уёб, ни хрена себе. Thank you.
когда мама купила ему очки, потому что прозвище... Ох, вы дебил, блядь. Вот вы долбоёбы, блядь. Nissan. И он вот это задел девушку. Бампер оторвал. Откройте, я... Пипец вообще.